21 октября, около 24, в результате ДТП, значит, автобус, следовавший в Удмуртию, попал в ДТП, и поступили, значит, пострадавшие в количестве 12 человек. Один из них в тяжелом состоянии, четверо в средней степени тяжести и остальные в удовлетворительном состоянии. При поступлении всем была оказана специализированная помощь с выполнением всех манипуляций, которые там требовались, в том числе рентгенконтрастные исследования, рентгенографии, наложение гипсовых повязок, вытяжение. Полноценная помощь оказана всем. Значит, на 22 число шестеро пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения по месту жительства. В стационаре остается в реанимации один, тяжелый, состояние тяжелое, но стабильное. И пятеро пострадавших, значит, в травматологическом отделении, состояние на сегодняшний день компенсированное, удовлетворительное, все, весь комплекс лечебных мероприятий получает. Прогноз у нас положительный, динамика положительная. Я думаю, что таких каких-то сложностей в лечении дальнейшем и дальнейшего лечения их не будет. Не предвидится. Родственники тоже приезжают? Родственники приезжают по мере, мы их стараемся помогать, значит, проводим палату, где-то предоставляем места для того, чтобы они как-то могли с ним общаться там и так далее. Все. Проблем нет.